Знаю, не подойдешь, на метр уже все кончено, как не зови тебя. Каждое появление шаг подозрительный. Если действительно клин клином, то сколько должен еще раз причинить боль, чтобы просто забыть это? Одна лишь мысль о тебе бессонница. Хотела так оставить одного, но оставила совестью. А я, мечтая и любя, хотел видеть тебя счастливой, но никак не по сторисам. Это несправедливость убитым быть или попросту раненым. Чаще, чем я, твою улыбку ловят камеры. Срезав на полпути, ты слушала, как твердил, что время должно пройти, но ты в роли таймера. Нечестно, но так правильно. Кажется, все, что я испытывал, для тебя было тайною. И если всем верить словам и не переставать грузить по новой, то сожгу к чертям блок питания. Мой мир — это любовь теперь. Нет, мой мир — это любовь терпеть. Смотря со стороны на то, во что я превратился, боюсь даже представлять, каково тебе. Слышишь, нет, не торопись судить. То, что видишь во благо, дело неверности, поверьте же. Знаю, что кара не сулит, ведь лучший мой подарок для тебя — ненависть ко мне, так что ты можешь понять и бездействовать, а можешь понять и влюбиться вновь. Что для меня давно стало естественным, то для тебя стало проблемой принципов. И твои стоны от боли в груди не заглушают никакие вопли восстаний. Выбор всегда в приоритете, ты единственная, кому я смог его предоставить. А все, кто были там, кроме подруга, подруг, знакомая, нынешние, бывшие, с каждого угла города. Я напишу еще одну песню, и каждая из них подумает, что она про нее, но только ты поймешь, о ком она. Холодно? Нет. Ведь я бегу и бегу от проблем, не в том направлении, скинув пробег вокруг твоего остывшего интереса, чтобы с помощью аэродинамики его вновь подогреть. Ради тебя я разучился умничать, чтобы понять, меня было легче. Мой голос тихий, ведь уже не в моготу кричать, но даже через полушепот ты поймешь, как вечно. Было бы здорово, если бы во всех проблемах помогали розы лишь. Пока пытался все исправить в тебе и в себе, не заметил, как подзатянулся этот розыгрыш, но... Меня свистают за копирайт, все банально до боли, они ждут плохой финал, но застывает зал, и каждый зритель вдруг притих. Ведь я снял этот фильм лишь для того, чтобы предупредить о том, что каждая попытка без тебя жить — это блин. Прости, по-другому не выходит. Если ты действительно мой